Всем привет, ребят. Ну что, я сегодня, честно говоря, офигел с магазина, который на английском сервере. Я не офигел там с Анубисом. Я вчера, как бы, и все офигели и ждали этого. Но то, что сегодня продают на английском сервере, это просто жесть полная по сравнению с другими серверами. Я сейчас вам это покажу, чтобы вы это понимали. В общем, вот как-то так. Это часть, это не все, что можно забрать. Но посмотрите вот внимательно. 759-х, то есть на 75 героев. 3000 это сразу апекс кристаллов, это сразу на прокачку двоих. Сразу же два героя качаются. 358 эмблем и 1000 сундуков второго уровня. То есть это просто вынос мозга. Что будет дальше? Вот вопрос, что же будет дальше? Посмотрите, какие плюхи сегодня. Плюс еще удвоение. Лазуря, половинка. Космо, половина тоже можно собрать за... Ну, то есть вчера можно было космо без проблем собрать на десяточке. Я часть уже начал собирать. Ну, в общем, трэш полный. Огники, кучу разных плюх дают. Помимо этого, у вас есть хрустальный сундук. Ну, он тут с рынком сейчас он вообще никакой в сравнении. Пират, обалденнейший пират, на котором вы можете обалденные плюшки получить. Вот, пожалуйста, вам с одной тычки, с бесплатки. ПБшка. Так, что у нас тут карта? На арену нас требует. Ну, давайте сбегаем, розы. В общем, вот как-то так. Докачал я уже Асурика, потому что был пак один мелкий, там 600 камней апекса я получил, без проблем докачал. И у меня сейчас вопрос, кого качать дальше. Я вот себе так пересмотрелся героя. Вот Анубиса интересно. Ой, говорю Анубиса. Ну и Анубиса Минотавра интересно сделать на максималочку. С таких героев еще кто интересен? Командора, Анубис, в принципе, и Стрелок интересен тоже. Он тоже обалденнейший герой. Ну, Хрон. И интересно, вот Афина. Тоже посмотреть, что она будет выдавать на максималке. Правда, она и будет точно так же убиваться. Придется ставить интересные таланты, чтобы она не слилась. Подашку, например. Вот, в общем, вот так вот. Вот такой вот трешечок. 125%, ребят, 125% бонус первый. Идем просто на русский сервер. Просто зайдем, посмотрим, что там есть на русском сервере. Там, наверное, просто шок. Я туда еще не заходил. Или заходил с утра, по-моему, но я не смотрел рынок. Сейчас посмотрим. Вот так вот. Так, это у нас сарделька. Будем пока трогать. Так, что есть? Набор обитателя. Ну, половина пака. Ну, в принципе, тоже, я вам скажу, неплохо. Если пересчитывать на английский сервер, это то же самое. То есть, однозначно плюс. Вот этот вот наборчик плюсик. Вольтик Фрея. Тоже неплохо, ребят. Посмотрите. Огника половинка. Эмблемки. Неплохо, неплохо. Надо себе сейчас записать. Еженеделька. Победитель. Так. Набор обитателя второй. Ну, тут такое себе поменьше. Но тоже для русского сервера. Я вам скажу, очень-очень даже ничего. Набор для вас. Ну, заберем. Мало ли. Потом заберу. За 411 можно получить эмблему 5-7. В принципе, тоже очень выгодно. Но опять же, это не котируется. Посмотрите по себе магазин скидок. 120 камней за 10 этих. Там 1500 на английском сервере.
Набор 1 плюс 1. Ну, это то же самое. Магазинные безумные. А, еще есть магазинные безумные. Ну, вот это уже поинтереснее, что тут сегодня у нас продают. Сейчас посмотрим. А, тут Космо 10 всего осколка дают. Вообще фигня. Маловато будет. Ну, так, в принципе, ни о чем. Я вам скажу. Если на английском за одну попытку она в два раза дают 1500 камней, то здесь дают всего лишь там 200, по сути, по цене будет. То есть разница в 7 раз. Так, чтобы вы понимали. Вот так вот. Поэтому я, честно говоря, в шоке сегодня с английского сервера. Это реально жесть. Сколько плюх. Так. Башня. Вот. За каждый купленный. Поехали посмотрим, что там в сундуках. Ну, кстати, до сих пор фон не продают. То есть не дают возможность его получить, только выиграть. Ну, я думаю, скоро будут продавать. Ну, пока, к сожалению. Не получил. Так, тыква. Психо-щиты, короче, дают полным ходом. Ну, здесь такие мелкие расходники, но здесь мы бывали и ловили имбогероев. В любом случае, вот если взять, к примеру, аккаунт за десятку на английском сервере, на русском сервере с таким донатом, такого аккаунта вы не соберете. Даже там в 5 раз больше донат будет, вы такого не соберете. Возможно, со временем когда-то вот там плюс-минус. Но я опять же очень сомневаюсь, что на русском сервере будут так плюшки продавать, как здесь. Может, в далеком будущем, но здесь будет еще дешевле, по сути, если пересчитывать. Поэтому на сегодня английский сервер реально один из самых таких интересных и топовых. Арктику выиграли. Вот, поэтому я думаю, наверное, Асурика качнули. Я хотел и Ронина качнуть, в принципе, тоже интересно посмотреть на Ронина 30-го на максималке. Может, давайте Ронина. Анубис, он, в принципе, плюс-минус, он будет процентуально все равно бить. Да, он там получше будет. Но, блин, Ронина, наверное, интереснее посмотреть на максималке. Так, флиппинги... Императорская, давайте зайдем еще в императорскую, посмотрим, пойдем качать героев. Думаю, интересно будет Минотавра прокачать. Smashing Twin. Что, ну еще открыто, пару дней. Так, Трикси, Шмикси, Пикси, Дрейкси. Просто обалдеть. Видите, сколько мы героев вытащили. Вот посмотрите, сколько героев тут. Это просто жесть. Так, у нас сейчас пропадут кулаки. Печалька. Я надеюсь, в обнове они это исправят, увеличат количество. Блин, сделайте больше, чего я должен мучиться. Да так вот лям кулаков продавать ради того, чтобы не пропало. Так, а что у меня по кристаллам? Кристаллы сейчас пропадут. 1545. Я просто в шоке, сколько это книг. Можно ни в чем себе не отказывать.
48, блин, это дофига сливать, это целого героя надо будет качать. Ну, надо будет над этим позаморачиваться, чтобы они просто не пропали впустую. Так, ну также роллинг сегодня есть вот такой вот. Бум, рогатка, давайте там немножко подролим. Посмотрим, какой шанс. Бабашка, ну бабашку и так. Ну, нету смысла ролить, конечно. Чисто, знаете, ради интереса посмотреть, как падает. В общем, такое себе. Такс. Это я не смогу, к сожалению, забрать. Печалька. В общем, такие вот перги, ребят. Я думаю, я буду качать Миносика. Пишите в комментах, кого вы хотите увидеть. Вот, мне интересно Минотавра качнуть. И, не знаю, либо Ронина. Анубис, он как бы... Анубис, Анубисом. Минотавра интересно посмотреть против максимального, против построек, что он может на битве гильдии. Ну и Ронина точно так же интересно посмотреть на битве гильдии, да и на PvP-локациях, как он будет выносить, как он будет себя чувствовать, так как прибавка к жизни будет реально очень бешеная. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.